Здорово, народ, с вами Варчик, и меня картошка удивила. Давайте разбираться, чем же она меня смогла удивить. 19 августа с 7 утра начнется 7-й эпизод «Линии фронта». Это, конечно, понятно, и будет длиться он неделю до 26 августа. Как обычно, включается на неделю эпизод «Линии фронта» и потом вырубается. Но за неделю до 7-го эпизода, с 12 по 19 августа, можно будет выполнять простейшие задания в рандоме и получать резервы для линии фронта. Всего можно будет получить 10 резервов, каждый из резервов на 1 час. В итоге мы бесплатно получим резервов на 10 часов. И это еще не все. Когда запустят линию фронта 7 эпизод, еще 10 резервов можно будет получить за голду. Не за деньги, а за голду. Да, конечно, большинство из вас, наверное, голду получают тоже за деньги. Но есть люди, которые голду могут получить там с турниров, или с клана, или просто у них куча голды завалялась, они когда-то там набрали на Новый год или еще когда-то, им некуда ее засунуть. Так вот, можно еще 10 резервов купить за голду. Итого в целом 20 резервов, а это уже 20 часов под резервами. Резервы дают плюс 100% к опыту в линии фронта. И за генерала мы будем получать не 1200, а 2400 опыта. Короче, мы в два раза быстрее будем прокачивать уровни и в два раза быстрее сможем получить танки и остальные награды. Это, конечно же, замечательно, и меня удивило, что мне не придется донатить, я смогу бесплатно получить 10 резервов. Картошка так в новости и написала, что в принципе... Типа без напряга можно вообще за простые задания получить резервики. Без особых усилий можно их получить и потом уже спокойно играть в линию фронта. Давайте посмотрим, может, задания сложные. Первое задание — зайти в игровой клиент и вы получите один резерв. Сложнейшее задание. Следующее задание — уничтожить две машины противника. Награда 2 резерва. Нанести 5000 урона технике противника. 3 резерва. Победить 3 раза. Награда 4 резерва. И все это выполняется на технике с 8 по 10 уровень. При том, что линия фронта сама только для восьмерок, логично, что задания выполняются с 8 уровня и выше. Задания простые, награды очень полезные, если вы играете в линию фронта. И это меня просто удивляет, что сделано реально по-человечески. Я даже удивлен и даже не знаю, где искать здесь подвох, но все сделано максимально как должно быть. За простые задания получите очень эффективные резервы, чтобы поиграть в линию фронта. Может, конечно, в линию фронта уже никто не играет, она всем надоела за год, и поэтому все так просто, поскольку уже все в нее наигрались, но кому-то, я думаю, будет это очень полезно. Также еще есть информация, что 8-й эпизод будет с 16 сентября по 23 сентября, то есть середину сентября займет. Ну и также в 7-м эпизоде время ожидания воскрешения будет сокращено с 30 секунд до 10. Технические проблемы были решены, и это изменение будет в силе. Вот, в принципе, такие новости. Даже нечего обосрать, только похвалить. Я очень рад, что мне не придется тратить бабло. С вами был Варчик, играть красиво. Пока.